Ну, было очень интересно тренироваться. Все-таки американские тренера немного другой подход к тренировкам. Больше новых упражнений. Ну, интересно, очень интересно было. Это для нас опыт величайший. Майк Ротелло известный тренер, тренировал команды НБА. И, ну, я думаю, это нам пойдет на пользу. Хоть это была одна тренировка, но я думаю, это будет огромная польза нам. Ну, мы прошли много турниров, много товарищеских игр. Мы были на турнире в Чехии, в Италии, в Испании. Как бы играли на равных с такими командами, как Италия, там, Литва, обыграли испанцев. То есть играть мы можем, главное собираться на каждую игру. Мы получили много уроков. В той же Испании мы выиграли испанцев, потом расслабились. Если бы мы собрали все три игры, я думаю, все три игры мы бы выиграли. То есть все зависит от того, как... насколько для нас важно выступить хорошо, насколько мы соберемся, какой настрой будет. Если мы хорошо настроимся, мы покажем результат, потому что даже тренер национальной сборной сказал, что потенциал у нашей команды большой. Я думаю, я готов. Как бы, как такового лидера у нас нету, но это как бы в том-то наш плюс, что у нас есть 10-12, вся команда у нас 12 человек, которые могут играть, которые готовы выйти в любую минуту, в любую секунду хорошо сыграть. И я готов. Я готов помочь команде быть единым целым. Ну а как это получится, мы увидим.